Футболисты хорватского клуба «Кроатия» – рекордсмены по забитым мячам на предварительном этапе европейских турниров. В Кубке чемпионов в двух матчах они провели 11 безответных мячей в ворота клуба «Б-68» с Фарерских островов. Причем на своем поле забили 6 голов. Но не думайте, что все шло гладко, как по нотам. В первом тайме лишь один мяч записал на свой счет Живкович. Но после перерыва все стало на свои места. Хорваты разыгрались, и это вы прекрасно видите. Особенно хорош был Влаович, забивший 4 мяча. Причем 3 он провел на протяжении 5 минут. Мячи были, как говорится, на все вкусы. Бесспорно, класс команд далеко не одинаков. Было очень много возможностей, ну и, как видите, нападающий действует.